Всем привет! Сегодня мы будем чистить умывальник от плесени, налета и грязи. Этим же способом можно почистить и ванну. Как видите, чистить у нас есть что, так что эффективность способа мы точно проверим. Первый этап – чистка от плесени. Для рецепта, который отлично очистит ванную комнату от плесени, других загрязнений и бактерий без вреда здоровью и жуткого запаха, нам понадобятся следующие ингредиенты. 2 чайных ложки эфирного масла чайного дерева для дезинфекции. Масло чайного дерева продезинфицирует поверхность. 1 стакан 200 мл воды комнатной температуры. 1 чайная ложка спирта или водки для растворения масла на дно. Водки можно взять 2 чайных ложки. Итак, на дно емкости наливаем 1 чайную ложку спирта. Затем добавляем 2 чайных ложки эфирного масла чайного дерева. Спирт нам необходим, чтобы масло растворилось. Все перемешиваем. Добавляем в емкость 1 стакан воды комнатной температуры. Все опять перемешиваем. Если вы хотите сделать раствор менее концентрированным, то добавьте вместо 1 стакана воды 2 стакана воды по 200 мл, и раствор получится слабее. При желании можно этот раствор залить в пульверизатор. При необходимости удалить плесень, бутылку с раствором необходимо встряхнуть, а затем раствор сбрызнуть на проблемные участки и спустя определенного времени почистить поверхность. Срок хранения такого раствора не ограничен. Наносим с помощью мочалки или губки жидкость на проблемные участки и оставляем на 10 минут. Масло чайного дерева обладает дезинфицирующим свойством. Спирт помогает его растворить и убивает бактерии. У масла чайного дерева есть специфический запах, похож на запах эвкалипта. Но этот нестойкий запах быстро выветривается. Преимуществом этого метода является то, что погибает не только колония плесени, но и летающие в воздухе споры, которые и представляют главную угрозу для здоровья человека. Эфиры чайного дерева губительны для огромного количества патогенных грибов, а также бактерий и вирусов. Очищается не только пораженная плесенью поверхность, но и дезинфицируется воздух. Также это полезно для профилактики простудных заболеваний и различных аллергических реакций и состояний. Поэтому всем советуем. Если же имеется аллергия на чайное дерево, то его применять нельзя. Это является единственным противопоказанием, так как во всех остальных случаях масло абсолютно безопасно и даже полезно. Спустя 10 минут все отмываем как обычно. Второй этап. Чистка налета и других загрязнений. Для второго этапа нам понадобится копеечное средство антинакипин. Да-да, вы не ослышались. Именно им мы будем чистить не чайник, не стиральную машинку от накипи, а умывальник. Также, как мы сказали, им можно чистить ванну и даже унитаз. Неважно, акриловая или эмалированная поверхность или другая. Все очищается на ура. Если чистите акриловую поверхность этим способом, то используйте только холодные растворы или комнатной температуры и все тщательно смывайте. Итак, порошок засыпаем в емкость, добавляем совсем немного тепленькой водички, то есть разводим его до состояния кашицы. Затем смачиваем в горячей воде умывальник и распределяем кашицу на проблемные участки с помощью кухонной губки. Оставляем на 15 минут. При желании для улучшения эффекта можно пару раз в течение этих 15 минут немного протереть загрязненную поверхность той же губкой с кашицей, но не вытирая насухо. Рекомендуем чистить именно губкой или чем-то похожим, но не щеткой. Щетка чистится хуже, да и брызги от нее летят во все стороны.
Если загрязнения стойкие, то можно еще раз намочить всю поверхность горячей водой и посыпать аккуратно сверху порошком, затем еще раз все почистить. Третий этап. Споласкиваем чистую поверхность содовым раствором. После чистки антинакипином все необходимо тщательно промыть холодной водой. Затем сделать раствор пищевой соды и промыть все еще раз им. Обычная пищевая сода или мел является нейтрализатором раствора из антинакипина. Чтобы сделать содовый раствор, нам необходимы следующие ингредиенты. 2 стакана по 200 мл воды комнатной температуры и 2 столовых ложки пищевой соды. Соду засыпаем в воду и все перемешиваем до растворения. Наш содовый раствор готов. Предупреждение. Антинакипин. Основное действующее вещество в нем – это муравьиная кислота. Работать нужно только в резиновых перчатках. Защитить дыхательные пути и глаза. Обеспечить хорошую вентиляцию помещения. Будьте аккуратны. При попадании на кожу антинакипин может вызывать химический ожог. Помните, нейтрализатор раствора – это обычная пищевая сода или мел. Затем нужно опять сполоснуть все обычной холодной водой. В результате вы получите идеально чистый умывальник, ванну или другую поверхность. Помещение после уборки необходимо проветрить. Попробуйте, и результат вас удивит. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Обязательно пишите свои комментарии. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, нажав на красную кнопку под видео «Подписаться». И не забывайте нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео. До скорого!